Я еще раз представляю Сергея Владимировича Наумова, историка, автора нашего журнала. Сегодня у нас будет разговор о спонсорах революции. Тема такая, казалось бы, известная. Многие слышали про немецкие деньги, но очень мало кто слышал про еврейские деньги. И в основном о спонсорах революции сейчас пойдет речь. Слово Сергея Владимировича. В свое время французский император Наполеон Бонапарт сказал весьма правильную мысль. Для успешного ведения войны необходимы всего лишь три вещи. Во-первых, это деньги. Во-вторых, кто подскажет? Деньги. Деньги. И в-третьих, тоже деньги. Да? Вот эта фраза наполеоновская подходит не только к области войны, но и к области политической революции. Прошедшие недавно на наших глазах так называемые оранжевые революции в некоторых бывших советских республиках, ясное дело, никогда бы не произошли, если бы не массированные финансовые вливания со стороны Соединенных Штатов Америки и вообще Запада. А как же было дело в 1917 году? Были ли там темные деньги или все произошло чисто на голом энтузиазме революционных масс? Давайте разберемся. В свое время в Советском Союзе Ленину было посвящено огромное количество литературы, или, правильно сказать, макулатуры. Памятники до сих пор стоят, со всех сторон висели портреты. Жизнь Ленина расписали буквально по клеточкам. Была биографическая хроника, что он там делал в 10 часов такого-то числа, что он делал там в 12 часов другого числа. Но нигде в этой биохронике ничего не говорилось о финансировании большевистской партии. Мы сами с вами занимаемся политикой и знаем, что без денег ни газету поставить на ноги, ни содержать агитаторов, ни проводить политические мероприятия практически невозможно. Откуда же были деньги у большевиков? Источников этих денег было очень много. Самые известные, наверное, это экспроприации. Проще говоря, вооруженный грабеж и бандитизм. Большевистские боевики грабили банки. Наиболее известный пример – это 1907 год, когда ограбили Тифлисское казначейство. К этому имеет прямое отношение боевик Тер Петросян по кличке Комо и Иосиф Виссарионович Сталин. Другие менее известные факты тоже в истории были. Это была уголовно-любовная история, связанная с деньгами знаменитого фабриканта Саввы Морозова и его племянника по фамилии Шмидт, когда большевики сначала подсунули ему любовницу, актрису Андрееву. Надо сказать, что эта дама была очень широкого профиля. Она одновременно была любовницей пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького. Но с честью выполнила боевое задание, зацапала значительную часть состояния Морозова. А племянника Морозова, которого большевистские уголовники зарезали в тюрьме, наследство тоже они присвоили. Несовершеннолетним его этим самым дочерям подсунули любовников. Про одного из них по фамилии Таратута Ленин сказал так: что он мерзавец? Иной мерзавец для нашей партии намного полезнее, чем простой человек. Ценность товарища Таратута состоит именно в том, что он именно мерзавец. Это дословные слова Ленина. А мальчику-наследнику просто пригрозили смертью, если он будет претендовать на свое наследство. Это счет шел на сотни тысяч золотых царских рублей. Не брезговали ленинцы и финансированием со стороны злейших врагов России. В 1905 году, в разгар русско-японской войны, японские эмиссары всем предлагали оппозиционным силам в России деньги.
Интересная вещь, что товарищ Плеханов, лидер меньшевиков, отказался сотрудничать. Чи такая-то удивительная вещь. Человек-эволюционер. Ну, вот какое-то чувство чести у него было. Отказался. Ленин тут же согласился. И вот все эти знаменитые прокламации времен 5-го года, они как раз в основном печатались и распространялись за японские деньги. Японцы также оружие поставили ленинским боевикам. И когда вот мы говорим о жертвах еще тогда первого красного большевистского террора, а он насчитывал десятки тысяч человек, это не тот террор, который после 17-го года. Которого больше знает. Здесь как раз тоже приложили руку и японцы. Ну, закончилась война, и японцам Ленин оказался ненужным, они прекратили финансирование. Оказывали Ленину помощь и по масонской линии. Вот накануне Первой мировой войны некоторые лица из окружения Ленина, в частности Середа, а он состоял в масонской ложе, это будущий этот самый нарком земледелия, и сотрудник газеты «Правда», говорил, что некие общественные деятели предлагают нам на агитационную и другую деятельность деньги. Ленин с радостью согласился. Этот документ был впервые опубликован в конце 50-х, начале 60-х годов. Тогда, во времена хрущевской оттепели, у нас выходил журнал под названием «Исторический архив». Вот найден новый ленинский документ, такая великая радость у советских людей, надо его опубликовать. Опубликовали. Ничего не поняли. На Западе историки западные сразу поняли, стали эту тему активно комментировать. Ленин и масонские деньги. Это вызвало негодование советских руководителей, и журнал был закрыт. Он был закрыт в силу ряда причин. Вот одна из причин, что не те документы опубликовали. Ну, как уже говорил Александр Родович Штильмарк, главную помощь, которую оказали в разгар Первой мировой войны, это помощь со стороны немцев. Или лучше так скажем, со стороны немецкоязычных кругов. Ленин, отвечая на письмо товарищей Пятакова, Бош и Бухариной, в апреле 16 года писал, цитирую, «Вы пишете, что вопрос о деньгах неприятный. Не всегда. Когда к деньгам относится партийно, партии это приятно». Вот самое, повторяю, большое удовольствие ленинская партия, очевидно он сам, получил от финансовых связей с Германским рейхом, 1915-18 годах. Главным организатором этих финансовых операций был так называемый Александр Парус. Его настоящее имя Израиль Лазаревич Гельфанд. Еще в 1939 году, хотя казалось бы уже столько лет после революции пошло, Паруса клеймили, официозная большая советская энциклопедия называла его крупным марксистским теоретиком. 1939 год. Разгар власти товарища Сталина, всех, кого надо, почистили, тем не менее, остается Парвус крупным марксистским теоретиком. Он действительно был таким крупным теоретиком. Многие идеи, которые он разрабатывал, перманентная революция и так далее, были впоследствии усвоены Троцким и Лениным, хотя личные отношения Ленина через некоторое время с Парвусом расстроились. Значит, как себя сам называл Парвус? Очень интересный тоже пример. Значит, исходя из тезиса Маркса, что пролетарий не имеет отечества, он прямо говорил, я ищу государство, где человек может дешево получить отечество. Ну, лучше не скажешь. Такое отечество первоначально он нашел в Турции. Дело в том, что в 1908 году власть в Турции захватила масонская организация Комитет Единения и Прогресса. Молодотурки, как их еще называли. Опять же, в советских справочниках, исторических учебниках просто говорили, там либералы, вот они захватили, а о масонской сущности этой власти ничего не говорили. Вот товарищ Парвус нашел себя там, активно сотрудничал с молодотурками, даже писал передовые для их газеты. Но для нас молодотурки интересны, пожалуй, тем, что с началом Первой мировой войны эта масонская ложа разработала план физического уничтожения 2-миллионного христианского меньшинства в Турции армян. Знаете, об армянском геноциде, армяне много на эту тему говорят, споры идут в цивилизованных странах, признавать этот геноцид, не признавать. Турки жутко возмущаются, когда эта проблема поднимается. Тем не менее, это остается фактом. Правда, опять же, все эти разговоры об армянском геноциде тщательно обходят одну тему. А кто же организовал геноцид? Турки, да?
Да, турки, курды резали этих армян, это все правильно, но организаторами были вовсе не турки. Это были лжемусульмане, то есть формально принявшие мусульманство турецкие евреи. Талат Паша, Джавид Бей, Джавид иудей, да, само название говорит, и так далее. То есть то, что через несколько лет произошло в России, когда уже не под турецкими, а под русскими псевдонимами эти граждане выступали, было отрепетировано на Балканском полуострове и в Малой Азии. Так вот, Парвус тоже какую-то роль в этом сыграл, учитывая, что он был одним из идеологов.